Три упражнения. Сюда давайте. И на кучку. Первая, вторая, третья, четвертая. Ой, первая, вторая, третья. Мы их разрываем, да? Да, да, да. Подписаны? Подписывайся. Без разницы, да, какой это самое? Да, да. Какой потом без разницы? МКПРные, большие, классические. И одна А4. Одна штрафная мишень. Она зарисована крестообразно. Сейчас все увидите. Минимальное количество выстрелов 6. Положение оружия заряжено в кобуре. Исходное положение. Стрелок стоит в боксе. Бокс — это в рамках щита. Руки находятся, касаются затылка. По сигналу таймера поражаем мишени в свободном порядке. При этом с этой стороны, не выходя за пределы ограничительной линии, мишень А4 поражается только из этого бокса. Ясно? Следующее упражнение. Номер 2. У нас две бумажные мишени. Ближняя и на щите. Юр, извини, это время разное будет фиксироваться, да? Да, да, да. Раз, два. Оружие заряжено. Руки свободно. Вот черта, с которой начинаем стрелять. По сигналам поражаем мишени. Две мишени. По три выстрела в каждую мишень. Это второе упражнение. И упражнение номер 3. У нас остается одна бумажная мишень. Вот это. И на петлях будут находиться тарелки. Это мишень. Стреляем все вот с той же позиции. Это три упражнения. Не перемещать. Не перемещать. Кому необходимо наколенник для стрельбы из бокса, то скажите, то я дам. Третий вправе бумажно двумя пострелами. Да. То есть 4 пострела. Там минимум будет 5 выстрелов. Два бумагу и 3 тарелки. Все, знакомимся. А 100? Да. Один запашный. Нет, так нет. Сколько это будет по времени занимать? По времени занимает целый день. 4-5 часов теория, из них 1.5-2 часа это экзамен, то есть около 2-3 часов это лекция. Юра, вот еще вот маска тоже, надо так состыковаться, чтобы... Готов? Внимание! Готов. Внимание! Если закончил, разрешите показать. Готов? Да. Внимание! Если закончил, разрешите оружие показать. Все, готов? Готов. Внимание! Время 5.95, 3 по 3. Готов? Готов. Внимание! Закончил разведить? Смотрим. Кобуру. Время 5.93. Стрелок готов? Готов. Внимание! Время 6.64. 6.64. Ты готов? Готов. Внимание. Закончил разведить?
ковру. Время 4.54. 4.54. Стреляем только по бумаге. Сейчас, два по бумаге. Готов? Готов. Внимание! Время 5.16. 5.16. Стрела готов? Чуть-чуть. Готов. Внимание! Время 9.94. 9.94. Готов? Внимание! Время 4.16. 4.16. Смотри, да, зайди приготовиться. Ты готов? Готов. Внимание! Время 4.20. 4.20. Готов? Внимание! Время 6.46. Зайди приготовиться. На 45-м дельта равна чему? Чарли, да? В мажоре, это там 4-5. Ну да, да. Ну, считай, что 38-й это Чарли было. Да? Готов? Готов. Внимание! Время 6.37. Зарядить приготовить. Готов? Внимание! Время 5.19. 5.19. Дабл Альфа Чарли. Дабл Альфа Чарли. Чарли, Дельта, Дельта. Чарли, Дабл Дельта. Здесь 2 Альфа. Альфа Чарли. Дабл Альфа. Вернись, приготовиться. Готов? Внимание! Ковру. Время 9.20. 9.20. Время 9.59. 9.59. Готов? Каждый. Внимание. Ты закончил здесь?
аккуратненько там один потрачу. Все, ковру. Время 8:49. 8. Правильно. Готов? Внимание! Время 6:86. Переходим. 6:86. Да. Зарядить. Тарелка не стоит. Там тарелка не нужна. Готов? Да. Внимание! Время 6:56. Готов? Да. Внимание! Бумажу, это два выстрела. Время 9:42. Готов? Да. Внимание. Время 8:32. Время 9:59. Готовится старожилы. Готов? Да. Внимание. Нет, ты выдергиваешь машинку. Время 9. Готов? Да. Внимание! Время 4:90. 4:90. Зарядить, приготовить. Работаем только по бумаге. Еще раз. По бумаге. Да, да. Готов? Внимание! Время 3. Сегодня поднять можно? Потом заряжу? Смысл не получится. Тогда в собору? Не вынимаются, как бы вставляются. Заряжать можно? Да. Готов. Ты готов? Да. Внимание!
Здесь. Время. 7:20. Время 7:67. 7:67. Зарядить приготовить. Руки регламентированы. Свобода не было. Готов? Внимание! Отвод мишеня! Готов? Внимание! Время 24:20. Готов? Сейчас. Готов. Внимание. Время 6:17. 6:17. Зайдите это. Готов? Готов. Внимание! Время 6:08. 6:08. Готов? Внимание. Время 5:78. 5:78. Готов? Внимание. Время 25:82. Кому? Дима, да, клипс. Здесь. Готов? Внимание! Время 5:90. Время 5:90. Зарядить, приготовиться. Готов? Готов. Внимание! Смотрим.
Время 5:41. 5:41. Дабл Альфа Чарли. Дабл Альфа Чарли. Напряжение. Есть Альфа Чарли. Дабл Чарли Дельта. Там Дабл Чарли Дельта. Здесь Альфа Чарли. Альфа Чарли. Готов? Готов. Внимание! Время 21:95. Занимаем исходное положение. На 9. А в него не могут быть еще? Готов? Я так дружу. Да. Внимание! Забьем. Зазойдите. Внимание. Кто был? Дим. А на аптечку просто? Очень попал. Ноги больше. Подумай. Смотри. Володя, я в тебе мунклик? Да, есть. Да. Два. Артём. Зарядить, приготовить. Юра, а где ты там аптечку оставлял? В этом черном такой. В черной коробке, посмотрите. Из кожи этого, синтетического. Из кордуры. Да, вот. Готов? Да. Внимание. Время 5:70. А, вижу, интерпретация была. Правило четко оговаривает. Таксите, а вот ног крепить из патрона. Тогда надо оговаривать. Якщо я стреляю в руку, скільки я... Готов? Да. Ребята. Внимание. Кропка вылечит. А? Кропка вылечит. Чи можно там 20? Если судья видит, что вы центральную стреляете, то есть если я при цьому дивлюсь. 10:56. Зайдите уже призывать. Я Нормально. Готов? Потом. Внимание! Закончил задеть? Время 10:57. Стрел. Минимальное количество выстрелов 17. Максимальное количество очков 85. Пистолет заряжен в кобуре. Исходное положение. Стрелок стоит в боксе А. Это у нас точка неуходящая за линию вот эта. Сейчас будет еще мешочек, который находится возле стрелка. По сигналу таймера поражаем мишени. По мере видимости берем мешок, перемещаемся в эту точку. Бокс. Стрельба идет только из этого бокса. Мешок. Во время стрельбы можно класть на землю, либо удерживать в руке по усмотрению стрелка. Вопрос? То есть можно стрелять, не держа мешок? Да. Так, мишени... Главное его не забывать таскать. Эти мишени не регламентованы, звідки? Нет. А эти мишени мы стреляем? Да. 2, 4, 5, 6 и вот эти 2. То есть вот здесь... Раз, тарелка там. Готов? Да. Внимание.
время 50:44. Готов? Готов. Внимание! Время 27:31. Аня. Время 58:04. Готов? Готов. Внимание! Закончила задеть? Скажи нас кубром. Я вот так вот. Ствол вверх был, сильно вверх. Все нормально, кобуру. 43:08. Внимание. Время 33:12. Готов? Внимание!
не торопимся. Мы уже закончили. Время 33:62. Так, Серег, автограф. Готов? Готов. Внимание. Время 37:80. Зайди, приготовься. Готов? Да. Внимание. Время 50:56. 5 бумаги, 1 металлическая тарелка. Стрелок произвольно выбирает место старта. Либо бокс А, либо бокс Б. Стрельба ведется только из бокс, портов. Бокс. Здесь 1-2 мишени. Тарелка. Здесь мишени бумажные. 1-2 со штрафными и дальняя свободная. 5 бумаг. Да. Поднимаем, нет. Вопросы? Вопрос, можно ли мне из этого бокса стрелять? Нет. Эти мишени? Там не просматриваемо. Так, еще раз. Подожди, так давай заклеим. Сейчас заклеим. Ага. То есть тут как потому что... Да. Очень если там видно нет через стенку, то там стена глухая и... Бесконечно длинная, высокая и длинная. Вверх и вниз. Если закончил разводить, посмотрим кобуру. Патронцы по кобуру. Время 17:30. 17:30. Готов? Готов. Внимание. Бухас. Я тут. Продолжение следует...
Да, заведи ржо приготовить. Готов? Готов. Внимание! Время 17:50. Готов? Готов. Внимание. Время 16:67. Готов. Готов. Внимание. Смотрим. Время 26. Кто готов? Внимание. Молодец. Поживее уже, как-то к пятому упражнению все стреляем. Время 33:98. Внимание. Время 18:31. Готов? Внимание. Время 38:70. Готов? Готов. Внимание. Пенек убил. Время 17:71. 17. Ты можешь попроще? Разворот. Что-то ноги прижал. Правильно. Если там интересно, там еще два братка было. Небольшенько своего друга в машину. Внимание. Thank you.
Время 23.02. Внимание! Время 38.07. Уже приготовить. Стреляет Рокало, готовится. Готов? Да. Внимание! Время 29.08. Ага, всегда 5. На балбу. Готов? Запулял? Да. Внимание! Время 25.40. Готов? Готов. Внимание! Время 14.09. Готов? Да. Внимание! Время 21.61. Готов? Внимание! Время 13.30. А! Да, молодец. Да. Что вы можете сказать по этому поводу? It's wonderful.